Всем привет! Вы на канале Баженит и Омская область. Народ требует экшена. Показываю, как технику ремонтировать. Не нравится, не то. Женщинам не нравится железки смотреть. Хотят посмотреть хозяйство. Что показывать хозяйство? Навоз я уже показывал. Неинтересно, критикуют много. Но сейчас тепло, хорошо. Можно раздетым побегать. Покажу хозяйство. Что именно? С утра убежал бык у нас. Как убежал? У нас скотина закрыта в загоне. Мы ее не выгоняем. Кормить есть чем. У остального народа, кто сам не косит или покупает сено, те повыгоняли. Травы-то в поле фактически нет. Ну, выгнали, ходят они там. Где что найдут, старье собирают. Я не занимаюсь таким. И потом еще выгоняли, потому что нечем покрыть. У нас-то есть чем покрыть. У нас свой бык. Большой, здоровый. Вот они выскочил, видать, по задам. Ходили коровы, которые гуляются. Вот они выскочили. И бык через жерди перескочил и убежал. Сейчас еду вокруг объездной, вокруг деревни. Попытаюсь. Он скотины полно ходит по полю. Сейчас остановимся, посмотрим, есть там наш бык или нет. Быка нашли. Вот он находится. Ходит со скотиной, видать, гуляется. Сейчас погоним его назад. Посмотрим, как оно будет получаться. В общем, экшен будет нормальный. Вот он наш порядник. Вот. Привязался за коровой, блин. И лазит. Тут не везде прогонишься. Паразиты, блин, пить захотели. А мы бегаем за ним, беспокоимся. Любовная парочка. Все так придется до самой улицы гнать. Корова идет, которая гуляет, и бык за ней хвостом. Скотины полно повыгоняли. Вон они. Без хозяина, без всего ходят просто так. Вон там. Жена моя гонит быка. Сейчас пытались надеть на него веревку, ни хрена не дается, не подпускает к себе. Придется гнать до самого дома. Километр, может, полтора. Ну что, идет же, идет, что еще надо. Вместе с этой коровой, которая гуляется, гони ее домой. Она уже домой ушла. А этот тогда кто? Вот он, паразит. Ходит всех подряд, нюхает. Да. Погоди, сейчас веревку увидеть, не захочется одеваться. Ну иди. Я тебе, блядь, погоди, нахер. Давай, сюда. Бегайте.
уже бубку дай бубку налай. На полдороге уже домой. От стада бык никуда не пойдет. Пойдет, в прошлом году пригоняли. А сейчас что-то. А сейчас что-то не можешь пригнать его. Если бы ты шел бы рядом, не дал ему повернуть, а не бегал бы за ним. С веревкой. Ты же его сюда пригнал, бежал. Корова не пойдет от стада. Иди домой. Иди домой. Иди. Ты же в своей шкуре сейчас выдохнешься. Давай ему повернуться. Сейчас он от одного стада до другого будет бегать. В прошлом году точно так же водили быка, прекрасно до дома довели. Его вот до котлована довести, а дальше он уже пойдет. Ты ему раз-два слабинку дал и все. Где? Опять кого-то увидел, убежал. Другой король. Ну, вроде идет потихонечку. Пока всех не обнюхает, до дома не дойдет. Догнали мы его до нашей улицы, блин. Паразит еще идет, возмущается. Домой не хочет идти. Мы с центральных ворот не заходим, сзаду. Попробуем на зады загнать. Теперь главное через зады его загнать. За все, все, что есть, за все цепляется. Все, я его держу, а ты открывай.
зацепился. Гони эту корову, выйду. Домой заходил. Гони быка. Встань вот сюда. Проскочит мимо тебя сейчас. Домой. Вот такой вот у меня экшен получается с коровами. Я-то не сильно бегал, в основном жена бегала. Я так пробежался немного. Дальше жена бежала за ними. Она вся в слезах, в поту. На веревку невозможно подойти, только так. Отогнали от общего стада. И потихонечку пригнали домой. Хорошо, корова тут недалеко в поле видимости. А так оставлять его в поле опасно. Не знаю, как там Вовка Сакунёва оставлял быка на задах ночевать 2 дня. Я бы всю ночь не спал. Искал бы его. Мне жалко свою работу, свой труд. Так, ну ладно. Кому было интересно. Чего такое? Не то нажал. Сейчас то нажму. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Попробую хорошо смонтировать. Ставьте плюсы и минусы. Всем пока.